Всем привет! Это видеообзор, видеорекомендация, как заказывать товар на AliExpress, а именно это Powerbank. Сейчас очень распространено у всех куча гаджетов, такие как экшн-камеры, телефоны, плееры, смартфоны, которые необходимо постоянно заряжать. И один из способов, грубо говоря, заряжать телефон в поездке либо в путешествии, это Powerbank. И, соответственно, как их найти на AliExpress нормальные, я хочу вам подсказать, потому что есть некоторые ошибки, которые допускают все подряд при заказе Powerbank. Вводим в поиск Powerbank на AliExpress, и что мы получаем? Получаем кучу всяких безделушек. Выбираем, конечно же, нам нужно зарядное устройство. Уже поиск снижается до 988 предложений. Должен снизиться. Сейчас прогрузится мобильный интернет. Так, 980 предложений. Естественно, мы хотим купить самое дешевое, самое доступное нам, потому что иначе бы не заказывали бы из Китая. И что мы получаем? Первое предложение — это за 44 рубля Powerbank. 46 рублей. Давайте я другое отображение сделаю. Такое вот отображение. Очень удобно. Вот. По 46 рублей, 45 рублей. И тут мы видим, что есть вот такая штука. Вот эти все пауэрбанки по 46 рублей, 50 рублей, 100 рублей и так далее. Это вот такие вот конструкции, где указаны контакты от, грубо говоря, зарядки. Просто вот сюда вставляется флешка, и сюда вставляется провод для зарядки. И крышка, и вот такой вот, грубо говоря, порт под батарейку. С таким вот проводом, если вы видите, по краю идет провод непонятный. Не провод, а какая-то железка, что передает напряжение. Сюда просто вставляется тупо аккумулятор 18650 номер, который. У него там получается около от 2,5 до 5000 миллиампер. В принципе, как бы использовать можно, но не нужно. То есть это вообще ерунда получается. Вы можете сами прекрасно заказать нормальный аккумулятор. Можете просто купить такой аккумулятор от любого фонарика. 75 рублей на рынке стоит аккумулятор для такого пауэрбанка. Как нужно искать? Вводите Powerbank и вводите всегда емкость, которая вам нужна. Реальная емкость, которую используют люди обычно, 2600, 5600 и 10 000 миллиампер. Больше не нужно, потому что 10 000 миллиампер — это 10 ампер час. Аккумулятор автомобиля — это 60 ампер час, 60-75 ампер час. Да, у нас сейчас новые технологии, аккумулятор становится меньше, но 100 000 миллиампер час, как в поиске выдает иногда, это просто бред. 60 результатов по поводу поиска, по поводу данных 100 000 миллиампер час. 100 ампер час — это аккумулятор внедорожника хорошего. Поэтому 10 000 миллиампер час емкость. И мы что получаем? Вот отличные предложения. Это вот эти вот. Отправка из России. Стоимость 1200 рублей. Оригинальный Xiaomi. То есть гарантия товара придет через 2-10 дней. Отличные отзывы, заказы. И находится в России. Вот что нужно заказывать. Не заказывать всякую лабуду и ерунду. Это вам не нужно. Вот 5600. Если хотите, я приложу к видео внизу. Под катом, грубо говоря, будет ссылка на аккумуляторы за емкостью 5600. Они около 500 рублей стоят. Аккумуляторы емкостью 10 000 миллиампер час, они стоят 1200 рублей. И по 2600, это они там по 300-400 рублей будут. 300 рублей, наверное, будет 2600 емкости аккумуляторов пауэрбанков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я буду делать больше обзоров, больше отзывов с рекомендациями, потому что у меня уже больше 170 заказов, так что вам будет, я думаю, полезно понимать, что стоит заказ, что нет. Также будут интересные обзоры в дальнейшем. Спасибо всем за внимание. Всего доброго, хорошего дня вам.